Здравствуйте, товарищи! Начинаем сегодня очередное занятие кружка любителей гегельской диалектики. Мы находимся сейчас у вас вместе с вами в сфере субъективности. За спиной у нас учение о бытии, учение о сущности. То есть за спиной у нас объективная логика. А вот тут мы добрались до понятия, а учение о понятии мы используем понятие не только для того, чтобы понять сущность и бытие, то есть понятие объективное, но еще мы используем понятие для того, чтобы понять, как устроена мысль, как устроен язык, как устроено мышление. То есть мы обращаем уже понятие на само понятие. Это занятие очень непривычное, потому что мы как-то всегда считаем, что мы вот обдумываем, говорим о другом. А тут мы обращаем внимание на, собственно, сами понятия. И тут не только непривычно и необычно, но и очень глубоко выясняется, как глубинная связь между этими понятиями и всей предшествующей историей движения логического. Мы все время здесь обращаемся и то к наличному бытию, то к рефлексии, разбираем, что есть тут позитивного, что есть негативного. И вот начали мы с простейшего суждения, то есть с какого суждения? Положительного. Положительного суждения. Форма положительного суждения какова? Куда вы смотрите? Зачем смотрите? Вот субъект есть предикат. Вот, да, спасибо. Субъект есть предикат. Те, кто не хотят отвечать, делают вид, что они чем-то заняты. Субъект есть предикат. Ну, наверное, вы понимаете, что это субъект, а это предикат. Это же разные понятия. Субъект – это одно понятие, да? А предикат – это другое понятие. А есть это что? Связка. Связка. Ну, вот еще тут связка. И вот надо выяснить роль, ясно понимать, какую роль играет субъект, какую роль играет предикат, и выяснить то, что сперва кажется, а потом посмотреть, не меняются ли они ролями, если поглядеть глубже. Вот этим мы сейчас и займемся. То есть сегодня у нас речь пойдет о форме и о содержании положительного суждения. То есть мы как бы говорили о положительном суждении, уже представляем, что это такое, о форме и содержании. То есть нам нужно различить форму положительного суждения и содержание положительного суждения, и увидеть, в чем это выражается. И предметов не так тут много, всего-то тут три, да? Субъект, предикат и связка. Но вот эти три, их так мало, так давайте это обдумываем как следует. Значит, вот по объективному своему значению, откроем страницу 55, предложение «единично есть всеобщее», как мы при случае упомянули выше, выражает отчасти приходящий характер единичных вещей. Ну, раз единично есть всеобщее, а это не приходящее, а единичное – это единичное, оно приходящее, а всеобщее остается. Это яблоко вы съели, яблоки-то остались. Вы даже этот сорт яблок весь съели, но есть другие сорта яблок, то есть всеобщее – неприходящее. Само понятие бессмертно, написано дальше. Но то, что выступает из него при его разделении, подвержено изменению и возвращению в его всеобщую природу. А что значит подвержено изменению? Возвращение в его всеобщую природу. То есть вообще субъект есть предикат. Мы хотим сказать, что субъект вообще-то он тоже всеобщий. Раз субъект есть предикат. Вы же доказали, что предикат – это… Вот вы только что утверждали сегодня, да, что предикат – это всеобщий, а субъект есть предикат. Значит, и субъект тоже всеобщий. Логично? Логично. Ну вот, видите? А мы его брали только как единичное. Ну что, а конкретно яблоко, что не яблоко? Яблоко. Яблоко, значит, и субъект есть не только единичное, но он есть же и всеобщее, не говоря уже о том, что он еще и особенный. Так,
Но и обратно. Всеобщее сообщает себе некоторое наличное бытие. Ну вот всеобщее, кажется, вот оно вот выше, да, чем это. Яблоки вообще выше, чем конкретное яблоко. Выше. 55. Но с другой стороны, яблоки это вообще... А, у вас есть конкретное яблоко, оно же и всеобщее. Поэтому всеобщее сообщает себе некоторое наличное бытие. Наличное бытие всеобщее только в конкретных единичных. Если бы не было этих конкретных единичных, не было бы никакого всеобщего. Поэтому оно сначала таким важным кажется. Вот это всеобщее. Так как можно его понимать, это всеобщее, без единичного? То есть это вот разделение, которое здесь явно есть в суждении. Субъект, есть предикат. Пока мы не трогаем связку, она как бы... Она играет роль выражения тождественности, но какую роль она играет? Сказать точно, что она выполняет роль обозначения тождественности, мы уже не можем, поскольку мы различаем субъекты и предикаты, при том, что стоит тут связка. Так и что тут она хочет, эта связка, сказать? Что они различные или что они, раз субъект есть предикат, то есть они различаются, благодаря этому есть? Она полагает, получается. Вот получается, что она их полагает, и как различные, и как тождественные эти связки. Так что связка здесь тоже непростая. И здесь не говорится «равно», говорит «есть», «есть». Но есть вообще бытие. Есть такое. Подобно тому, как сущность переходит... Вот смотрите здесь, опора идет на предыдущий материал. Подобно тому, как сущность переходит в своих определениях в видимость. Основание – явление существования. Вот так он быстренько проходит по учению о сущности. Так? Далее. Субстанция в обнаружении, в своей эксиденции. Так, всеобщее раскрывается, чтобы стать единичным. И вот это же одно и то же выражение – субъект есть предикат. Вот может трактовать так, что всеобщее раскрывается, чтобы стать... Так вот, скажем, субъект, то есть яблоко, оно есть всеобщее. То есть всеобщее раскрывается вот в этом яблоке, как единичное. Раскрывается. Благодаря этому суждению. Суждение есть это его раскрытие. Раскрытие... курсивом. А я обращаю снова ваше внимание на курсив. Курсив очень важен. У Гегеля курсивом выделяется очень важное всегда. У нас вообще мало кто употребляет курсив. Вот и Ленин употреблял курсив. Скажем, в программе партии, как было написано в первой там. Цель – обеспечение благосостояния и свободного всестороннего развития всех членов общества курсивом, чтобы не пропустили некоторых. Обратили бы внимание. Развитие той отрицательности, которую она уже была в себе. Всеобщее – это отрицательность. Раскрытие той отрицательности, которая уже была в себе. То есть оно в себе было отрицательностью. А что значит в себе? В себе – это равенство с собой. Оно равно самой себе, как отрицание чего? Как отрицание и только единичного, да? То есть оно всеобщее. Последний процесс находит в себе выражение в обратном предложении. Всеобщее – единично. Вот всеобщее выступает как некоторое качество, да? Это всеобщее. И это качество относится к единичному. А у единичного этих качеств полно. Поэтому это единичное тогда выступает как всеобщее, а всеобщее – как единичное. Так? И мы прямо противоположны тому, что мы сначала имели, получаем. И тем самым мы видим это вот, то, что скрыто от того, кто не обдумал, видим с другой стороны. Если мы говорим, что единичное есть всеобщее, а у единичного, кроме вот этого качества, много разных других. У яблока, например, конкретного, по сравнению с тем, что оно яблоко, еще есть оно где лежит, у кого находится, и кто его хочет съесть? Много у него всяких качеств, у этого яблока. А всеобщее только одно, всего одно значение. Поэтому всеобщее – это единичное, а у яблока таких всеобщих пруд пруди. Так,
всеобщее и единичное. Вот мы можем. Предложение, которое равным образом высказывается в положительном суждении. Говорится, что высказывается. Оно так вот форму не такую имеет, но оно на самом деле высказывается, что всеобщее и единичное. Раз единичное есть всеобщее, значит всеобщее и единичное. Субъект, который ближайшим образом есть непосредственно единичное, соотнесен в самом суждении со своим другим, а именно со всеобщим. Он стал быть положен как конкретное. Субъект положен как конкретное. А по своему бытию, как некоторое нечто по своему бытию. Положен – это положенность – это из какого раздела науки логики? Учение о бытии. А? Учение о бытии. Да здрасте. Положенность – это учение о сущности. Это же отрицание, с отрицанием. Взятое со своим отрицанием. Ну, взятое со своим отрицанием – это же учение о сущности. Он стал быть положен как конкретное. Положен как конкретное. А по своему бытию, а дальше вот вам отвечает на ваше предположение, а по своему бытию как некоторое нечто с многими качествами. Это вот еще упрощает его. А ближе он положен как конкретное. Конкретное тоже курсивом. Или как конкретные рефлексии. А рефлексии где? Сущности. Ну, конечно. Отражение. А? Отражение. Ну, где она находится? В каком разделе? В томе? В суждении. В томе в каком? Конкретно. Где рефлексия содержится? В каком томе науки и логики? Да. В каком томе и в какой книге? Сущности. Сущности, да. В первом томе и во второй книге. Первый том – это объективная логика. Угу. Вот там рефлексия. А в какой книге? Во второй. Учение о сущности. Как некоторая вещь с многообразными свойствами. Ведь он может как трактоваться, вот это суждение такое. Как некоторые действительные с многообразными возможностями. То есть он прямо идет по категориям сферы сущности, вот прямо. Говорит, дайте нам примеры. Вот вам примеры. Вот вам пример. Вот это вы взяли всего лишь суждение одно, в котором три слова. Три слова. И вот это все раскрывается. Как субстанция с многообразными акциденциями. Это еще следующее идет за действительным. Так как это многообразие принадлежит здесь субъекту суждения, то нечто или вещи и тому подобное в своих качествах, свойствах или акциденциях рефлексировано в себя, или, иначе говоря, проходя сквозь них, непрерывно продолжается в них, сохраняет себя в них, а также их в себе. То есть у нас получается, что вот этот наш субъект, он много у него сторон, так? Много или акциденций, много у него качеств и так далее, свойств и так далее. Положенность или определенность принадлежит к себе и для себя бытию. Поэтому субъект в себе самом есть всеобщее. Вот он, чего он добивался. То есть мы начали с чего изучения? Вот я вас спросил, что мы изучили? Положительное суждение. Все изучили? Мы изучили, что это субъект, что единичное есть всеобщее. А мы изучили, что все всеобщее есть единичное, а субъект есть всеобщее. Здесь оно, потому что выбирает эти все качества, а вот это всеобщее только одно качество. То есть прямо противоположное. То есть почему вот Гегель продолжает обдумывать? Он обдумывает до тех пор, пока не получит противоположное высказывание, пока противоположная мысль не появится. И тогда обе эти мысли надо совместить. И тогда у вас будет диалектическое понимание. Правильно? Вот вы хороший человек. Как вы сам-то считаете? Человек сам задумался. Но если вы задумались, так, что-то у нас тут... Вы сейчас какую сторону его имеете в виду? Хорошую? Нет, я его спрашиваю самого, а он-то, я не знаю, какую свою сторону имеете в виду. Вы как целый-то кто? Ну, в целом хороший, наверное. Ну, так а чего вы тогда? А что тогда вы? Сказали бы хороший и все. Но недостатки же есть у вас? Есть, конечно. Так это хорошая сторона или отрицательная? Отрицательная. Отрицательная. Так вы можете отрицательный человек? Нет, все-таки положительный. Так вы положительный с недостатками или отрицательный с положительными качествами? Положительный с недостатками. Ну вот видите, вот. А что получилось? Что получилось, мы и то взяли, и второе взяли. Но когда вы их берете вместе,
Вот почему их надо, вот эти противоположные высказывания, совместить? Потому что, кажется, а их не случайным же образом совмещают, потому что общая форма противоречия какая? Целый свой момент. Это одна сторона. Вот положительная у вас и целая, что вы в целом хороший человек, на что вы не хотели признаться мне, хотя я вас спросил, вы отказались от этого. И зря. А во-вторых, у вас целое как момент, а другим моментом являются отрицательные недостатки. Но вот эти недостатки, они целого не образуют. А если они будут образовывать целое, тогда то, что у вас есть положительное, будет только момент. Поэтому либо положительное, и оно же свой момент, а другой момент отрицательное, либо отрицательное, как целое, так? Там негодяй, подлец. Но у каждого негодяя и подлеца есть очень хорошие. Он собак любит. Кошек голодит. И другие найдем, если что. Конфетку дал девочке, прежде чем ее задушить. Вот, поэтому положенность или определенность принадлежит к себе и для себя бытию. Поэтому субъект в себе самом есть всеобщее. Но как сказано? Тут не сказано, субъект есть всеобщее. Нет, здесь сказано, субъект в себе самом. Что значит в себе самом? То есть, когда он берется, как в нем бытие. То есть, если пока внутрь зайти, покопаться в этом субъекте, выяснится, что он всеобщий. Напротив, предикат, как это нереальное или конкретное, абстрактная всеобщность, есть по отношению к субъекту определенность и содержит в себе лишь один момент его тотальности. Что значит тотальность? Это тотальность, это что такое? Целое. Да, то есть момент его целого, только один момент содержит. Что же это за всеобщее такое? Вот субъект обладает различными моментами, да, целостности, а предикат всего одним. И вот это вот этой фразой записано, субъект есть предикат. Ну, конечно, субъект есть предикат. Еще бы не хватало, чтобы он не был этим предикатом. У него еще таких предикатов, как грязи у этого субъекта. Правильно получается? Что у него таких моментов очень много. Вот про вас рассказать? А давайте разберем. Как начал рассказывать? Вот он, человек. Так, правильно? Человек. Правильно, человек. Ну, человек есть животное. Так животное, можно сказать? Можно сказать. Вы же не растение? Нет. Нет, хорошо, животное не отказывается, по крайней мере, что животное. Так, значит, мужчина. Мужчина. Что? Это тоже. Хорошо. Дальше будем смотреть. Молодой человек? Молодой. Молодой. В очках? В очках. Брюнет? Брюнет. Это долго будет? Это будет очень долго. Ну, товарищи поняли, что я начинаю уходить от ведения кружка, и меня останавливают. То есть, получается, что на таких вещей можно много наговорить, и это так важно кажется, что такой важный там предикат, а этот какой-то ничтожный субъект. А потом выясняется, что субъекта у него много моментов, и только про суждение говорит только про один. У субъекта может быть много предикатов? Да. В этом суждении нет у него, в суждении у него только один предикат. Ну, вы про него можете много... В разных суждениях. Вы не забывайте, что вы изучаете суждение. В суждении только один предикат и один субъект. В одном суждении один предикат. Да, да. Но этот же субъект можно рассматривать в другом суждении как... Кто вам мешает сделать другое суждение? Да, можно. Так. Пожалуйста, высказывайтесь. Вот это уже другое дело. То есть субъект, конечно, может быть другое, но в суждении, когда он берет, это кажется, что вот его нельзя изолировать. Надо понимать, что это суждение, это много может быть сделано. И не только в этом суждении, но и из этого это суждение уже понимается более глубоко. Мы сначала понимали, что есть некий субъект единичный, случайный, там надгрызенное, надкусанное яблочко и такое, так сказать, абстрактное, такое всеобщее, как яблоки. Это высоко же, да? Да черт с ним, с этим яблоком. Яблоки-то остаются на земле. А потом выясняется, что вот это-то вот они остаются только как яблоки. А если это не будет конкретных этих яблок, то не будет и яблок. Потому что, а яблок много, много может быть, и есть и так, и Антоновки, и белый налив.
А предикат только свою действительность только в субъекте, вот только в одном может, только, ну, как в одном моменте может себе проявиться. Ну, предикат, он же всеобщее. Всеобщее только одно. Угу. Вот написано. И содержит себе лишь один момент его тотальности. Она говорит, что так у них непонятно написано. Написано у Гегеля. Только вот это как-то, ну, вот, непривычно мы это читать, потому что мы хотим проскочить без противоречий. А Гегель нам все время показывает, вот, только он этот вывод сделал, потом он нас ведет к тому, чтобы сделать противоположный вывод. А мы хотим пойти дальше. А он не хочет пойти дальше, он хочет разобраться с противоречием. И пока он с ним не разберется, он дальше не идет. Поэтому вот вы, я спросил, что мы изучали. Мы изучили только вот первое положение, так сказать, о том. Первый вид положительного суждения. Субъект есть предикат. А сейчас мы обнаружили, что прямо противоположный вид. Что на самом-то деле, то есть более глубокое изучение суждения положительного показывает, что вообще-то его, хотя по форме оно субъект есть предикат, но субъект-то есть всеобщее, а предикат-то есть единичные. То есть и форма, форма-то одна, а содержание-то другое. Вы форму и содержание отличаете? Конечно, так подождите. Отличаете форму и содержание? Ну, так вот они могут быть противоположны. Вот они и противоположны. Ну, как там? Была первая, субъект единичная. Есть предикат, а здесь получается предикат есть субъект. Ну, всеобщее есть единичное. У вас какая форма была? Ну, да. Единичное есть всеобщее, а здесь всеобщее есть понятно, единичное. Да, понятно, да. Всеобщее, то есть предмет, у которого тьма этих свойств и качеств, или акциденций, оно выступает только как одно. Ну, это же то есть всеобщее есть единичное. Так? Ну, так вот, это более глубокий взгляд? Более глубокий? Вот мы сначала берем, когда мы смотрим на что-то, вот если на вас смотрю, я смотрю на вашу душу или на вашу форму? На форму. На форму. А душа – это отрицание вашей рубашки? Или это вот она такая же, как у вас рубашка, полосочки? Так? Ну, отрицание. Отрицание. А раз отрицание, то есть более глубокий взгляд – это отрицание непосредственного, правильно? Ну, так вот, отрицание непосредственно – это содержание. А непосредственно – это форма. Так? Значит, по форме положительное суждение как выглядит по форме? Субъект есть предикат. А по содержанию? Нет, не субъект, есть предикат. Всеобщее. Субъект, есть предикат – это как бы название. А смысл-то единичное есть всеобщее. Так? А по содержанию смысл суждения в чем? Всеобщее есть единичное, да. Да? Ну, кто-то, вот кто-нибудь здесь присутствующий когда-нибудь рассматривал суждение такое простое и усмотрел в нем бы не только что вот всеобщее есть, единичное есть всеобщее, но и прямо противоположное. Но это же вот в этом и сложность и есть диалектического понимания, что мы докопались до прямо противоположного утверждения. Ну, с помощью Гегеля. То есть он не проскочил, сказал, вот есть такие суждения, как там. Их классифицировали давно, Аристотель классифицировал, все, такие бывают, такие, 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 и все. А он берет и начинает докапываться. И вот получается деление содержания. И вот я поэтому тему сегодняшнего занятия так и определил, и так будет об этом и описание. В описании написано, что форма и содержание положительного суждения. То есть надо понимать, в чем его форма этого положительного суждения. Форма она сначала берется. А потом вы через форму проходите вглубь к содержанию, а в содержании получили, что содержание положительного суждения какое? Всеобщее есть единичное. Да, что всеобщее единично. Ну, он вот тут. Да, всеобщее единично. Раскрывается в единичном. Он тут вот, да, поэтому он не пишет «есть». Он «есть» это, раз там какое «есть», «есть» это ведь бытие. А что вы, если я спрашиваю о содержании, а вы туда есть засовываете, разве ну, содержание да, – это бытие? Лучше раскрывается в единичном. Нет, потому что если всеобщее не раскрывается ни в каком единичном, не в этом дело, не в этом дело. Если вы употребили слово «есть», то вы находитесь в сфере чего? Наличного бытия. Ну, а если вы хотите о содержании, разве находится в сфере наличного бытия?
Нет. Содержание в рефлексии находится. Ну так какое? Где оно? В сфере сущности. Сущности. Ну так как бы. А поэтому вот на это мы не обращаем внимания. Он вроде бы противоположность, но по-другому записано. Всеобщее единично. Не всеобщее есть единичное. Единичное есть всеобщее. Это форма положительного суждения, это форма. А вот всеобщее единичное – это содержание. Это не простой просто переворот. Но и не то же самое говорите с противоположным знаком. Видите, разница? Нет этой связки. Какая связка? Всеобщее, единичное. Единично. Оно. Оно само всеобщее, единично. Действительное всеобщее, единично. Настоящее всеобщее, единично. Сопоставив это взаимное определение субъекта и предиката в суждении, взаимное, мы получаем, стало быть, двоякий результат. Двоякий. Мы результат получаем или два результата? Результат. Вот если мы скажем два результата и пронумеруем, это не будет никакая не диалектика, правильно? А если двоякий результат, значит он какой? Один противоречивый, один. Ну, противоречивый один. Результат, правильно? Да. Один противоречивый результат. Первое. Субъект есть, правда, непосредственно сущее или единичное. Предикат же всеобщее. Но так как суждение есть их соотношение, вот оно, это вот, вот вам эту роль связки начинает вскрываться. Суждение есть их соотношение. Вы же не пишете так. Субъект, запятая, предикат. У вас же соотношение. А что значит соотношение? Соотношение – это тут есть и утверждение, и отрицание. Обязательно, раз это их соотношение. Вот. Но так как суждение есть их соотношение, и так как субъект определен предикатом как всеобщее, субъект определен предикатом как всеобщее. Обратите внимание. Мы-то сначала писали, что субъект есть предикат. То есть как бы мы, что было, мы там видели справа всеобщее. Значит, если субъект есть предикат, значит, он определен предикатом как всеобщее. Раз он есть, значит, яблоко конкретное определено предикатом как яблоко. Неважно, какой оно там, какой у него сорт, какой у него вид, что вы его держите в руках или положили в карман, или закинули на шкаф, оно все равно яблоко. То есть он предикатом определяется как всеобщий. Второе. Предикат определен в субъекте. Вы же его не из воздуха взяли, вы же не оторвали его, субъект есть предикат, он же в субъекте. Определен в субъекте, ибо предикат есть не некоторые определения вообще, а определение субъекта. Роза благоуханна. Это благоухание есть не какое-то неопределенное благоухание, а благоухание розы. Ну вот люди говорят, что непонятно написано у Гелева. Понятно же, разъясняется. Но ну, если с розой как-то, вот, если с яблоками, если с людьми. Ну, вам ли роза не нравится, что ли? Ну берите розу. Яблоко вам лучше нравится, больше, а вот роза. Так и яблоко благоуханно, если свежее, если оно не сто лет не пролежало уже 2-3 месяца. А недавно его вы сорвали, вот оно благоуханно тоже. Понюхайте и увидите. Предикат, стало быть, есть нечто единичное. А так как субъект и предикат находятся между собой в отношении суждения, это отношение суждений, то они должны по своему определению понятия оставаться противоположными. Подобно тому, ну вот мы сейчас говорим, должны оставаться противоположными, и у нас в голове как бы попытка их растащить. А противоречие – это как определяется? А противоречие что собой представляет? Единство и борьба. Да, но единство противоположности оно представляет. Борьба, можете откинуть ее пока. Раз борьба, раз единство противоположности, какое еще может быть единство противоположности, кроме борьбы? Ну какое? Только борьба, да. Если у нас с вами единство противоположности, то либо я вас съем, либо вы меня съедите. Ну тогда и борьба. То есть борьба тут не требуется даже, так сказать, не требует указания на нее, правильно? Поэтому если здесь Гегель сказал, то они, так как субъект и предикат находятся между собой в отношении суждения, то они должны по своему определению понять оставаться противоположными. Подобно тому, как во взаимодействии причинности, прежде чем оно достигнет своей истины, обе стороны должны, несмотря на разницу своего определения, все еще оставаться самостоятельными и противоположными.
Поэтому, если субъект определен как всеобщее, то предикат нельзя брать в его определение всеобщности, ибо в таком случае не было бы никакого суждения. Вы же суждение рассматриваете. Раз уж вы начали рассматривать субъект как всеобщее, вам придется предикат взять как единичное. А он должен быть взят лишь у его определения единичности. И равным образом, поскольку субъект определен как единичное, следует брать предикат как всеобщее. Вот здесь есть такое понятие, как «поскольку», или такие слова. Это не «потому что», а «поскольку». Вот коли вы так взяли, то вот так. А коли вы по-другому взяли, «поскольку» означает не количество здесь, а вот тот способ рассмотрения, который вы взяли. Условия. Поскольку вы слушатель Красного университета, поскольку вам придется сдавать экзамены. А вообще вам мне и не надо давать экзамены. Потому что вы свободный человек, можете не сдавать. Но тогда вы не слушатель Красного университета. Просто. Мне сын рассказывал, как на военной кафедре один там просвещенный студент у них спросил на военной кафедре, а можно это? Ему сказали, надо подстричься. Он говорит, а можно не стричься? Я говорю, можно, но туда не приходите на военную кафедру. Поскольку этот, вот, то есть получается, что и так надо рассмотреть, и так надо рассмотреть. И вот, и пока он не рассмотрит это все, он не бежит никуда дальше. А мы, значит, схватили, посмотрели, одну сторону взяли и побежали. И вся эта односторонность, никак из нее, вот что получается у Гегеля, он досмотрит все это до конца, до второй стороны, тогда получается целое. И это противоречие разрешается во что? В новое целое тоже, которое должно быть понято как противоречие, оно снова разрешается. Все же противоречивые. Первое противоречивое понятие, какое в науке логики? Первое противоречивое понятие. Становление. Становление. Вот первое, истинная категория. Он прямо говорит, это истинная категория. А все, что берется односторонне, это не истина. Это дороже. То есть, как бы это ограничивает наше стремление бежать вперед, потому что вы можете побежать вперед, только вы не увидите тут никакой диалектики, а вы должны на этом месте до тех пор разбираться вот в понятиях, пока вы не увидите здесь противоположности. И когда увидите противоположности, ну тогда единство противоположности – это противоречие. Тогда уже отходите к переходу. Какой там переход к чему? К отрицательному суждению. Вот когда переход. А если мы это не сделали, как мы к нему? Ну пусть. Не а пусть. Можно сказать так? Я перехожу теперь к отрицательному суждению. То есть как это? То есть я-то перехожу, а никакие категории это не переходят. И никакой логики это не получается. Я-то могу переходить. Вот смотрите, вот я сейчас перешел к букве С абсолютный механизм. А сейчас вот я к чему перейду? О, первая глава «Жизнь». А теперь я перейду к чему? А перейду к учению о понятии «идея». Красота. То есть так я очень быстро могу переходить. И вообще я советую, кто хочет узнать, какая категория за какой идет, пусть возьмет оглавление и внимательно, так сказать, может даже заучить, за какой категорию какая. Будет у него в голове диалектика? Нет, у него будет оглавление в голове. У некоторых марксистов в голове объявление, оглавление некоторых работ. Так, ну вот. Когда мы обращаем внимание лишь на их голое тождество, то мы получаем следующие два тождественных предложения. Он еще нам показывает, что если вы будете только тождество брать, то получится ерунда. Вот он говорит, единичное есть единичное. Записывайте. Всеобщее есть всеобщее. Вот у него написано на странице 57. Это предложения, в которых определение и суждение совершенно выпадали бы друг из друга. То есть вообще весь смысл рассуждений и суждений только тогда имеется, когда имеется различие. А когда различий нету, ну, елка есть елка. Объясните вам, что такое елка? Елка. Сейчас я хорошо объясню. Запишите. Елка есть елка. Что вам еще объяснить? Какое понятие? Что вам непонятно? В елке. Предложения, в которых определение и суждение совершенно выпадали бы друг из друга и выражались бы. То есть суждение только потому и существует, что здесь тождество с различием. Не бывает вот этого, то, что вот повторение одного и того же, это как называется? Тавтология. Тавтология.
Вы специалист по тавтологии. Тавтология? Я специалист по тавтологии. Вам что объяснять? Про книгу хотите, объясню. Книга – это книга. И вы меня не переспорите. Это абсолютное знание, данное непосредственно. А бревно есть бревно. Не поспоришь. Красный университет – это Красный университет. Что тут объяснять, что непонятно? Красный университет – это Красный университет. Рассказать вам про Красный университет? Красный университет – это Красный университет. Куда я попал? Куда вы попали? То есть кажется, что как это мы будем его отличать, различать, а тут начинают различать, а что преподают, а кто преподает, а кто проректор, а кто ректор, а когда было заорганизовано. Это уже другие вопросы. Вы же хотели узнать, что такое Красный университет, а вы начинаете спрашивать, а когда был? Вас вообще вопрос интересует другой, когда он это был возникло, а что это такое вас не интересует? Не интересует, но сейчас меня интересует когда, ну и так далее. Из вышеуказанных двух предложений одно – всеобщее единично выражает суждение по его содержанию. Вот, вот что главное в нашем сегодняшнем занятии. Что вот мы разглядывали, изучали это самое суждение и дошли до того, что, хотя по форме оно имеет вид единичное есть всеобщее, а дошли мы до чего? Что всеобщее единично. Всеобщее – это лишь один из моментов единичного. И выражает суждение по его содержанию. Вы хотели узнать содержание суждения? Вот вы и узнали его. Что вот на самом деле вот то, что вынесено куда-то на сторону, субъект есть предикат. Вот этот предикат, он хоть на сторону выставлен, вынесен, он вынесен просто, но он сам внутренний момент этого единичного. Правильно? Вот вы, у вас ум есть? Но он, если он у вас куда-то вынесен, то здорово. Желательно, чтобы он вот тут был. Правильно? То есть вот по содержанию, а иначе вот мы, я бы вас спросил раньше, вот расскажите мне про суждение, скажите, суждение имеет вид единичное, есть всеобщее. Да, вид имеет. А что такое вид? А мы видом только ограничимся или мы хотим по содержанию? Вот мы содержание вникли, а содержание оказалось, что всеобщее единично. А форма? А форма какая была в самом начале? Что с формой-то? Мы же через форму проникли по существу в глубину. И теперь знаем, что содержание суждения всеобщее единично, положительно. Вот теперь-то вот уже можно сказать, что мы тогда подходим к тому, чтобы мы, да, заканчивали переходу, переходу к отрицательному суждению. А что, вам не нравится положительное суждение? Вам хочется чего-то отрицательного? Хочется вам какое-то такое с изюминкой что-то такое? Как же распознать положительное, если не знаешь отрицательного? А мы уже распознали. Зачем нам знать отрицательное? У него оно же отрицание в себе содержит. Мы же отрицательное уже нашли. В самом положительном суждении есть его отрицательное выражение. Потому что форма положительного суждения – это единичное всеобщее. А вы что, не нашли, что ли? Вот. А если говорится, что всеобщее единичное, это что, не отрицание? Ну, положенность – это уже отрицание. Да ладно, про положенность. Это у нас конкретное отрицание. Всеобщее единичное – это прямая противоположность тому виду, которое имело по форме суждения. А вы еще где-то там хотите найти отрицание в отдельном суждении. То есть вы не хотите все-таки найти противоположность в самом вот. Хочу. Хотите, а уже побежали дальше там искать, в отрицательном суждении. Не беспокойтесь, мы в отрицательном суждении что найдем? Положительность. Что-нибудь положительное найдем. Это, я думаю, вы должны понимать. Так. Вот мы теперь уже различаем вот это выражение по его содержанию, которое в предикате есть отдельное изолированное определение, а в субъекте – тотальность определений. Вот как нам после этого не быть тоталитаристами, когда мы везде берем тотальность определений? Вот свободное всестороннее развитие. Всестороннее развитие – это тотальное же развитие? Тотальное. Так вы тоталитаристы, что ли, коммунисты? Да. Последовательность. Я знал, что вот это вот все тоталитаризм у вас был построен. Все у вас было, и все бесплатное, тьфу, даже противное, и образование, и медицина, все бесплатно, и в детский сад не надо. Квартиры бесплатно раздавали. Квартиры, ну совсем уже с ума сошли, это же вообще такой источник, потеряли столько денег, миллиарды.
Мы. Другие, вы-то не потеряли. Другие. У вас никогда таких и не было у Шантропы. У нас потеряно было. Так. Будем искать. Будем искать. Другое же предложение, единичное и всеобщее, выражает форму, которая самим непосредственно указана. Смотрите как. Форму. Но раз они вот тут уже соотносятся друг с другом, здесь не написано единичное, есть всеобщее. Здесь написано предложение единичное и всеобщее. Обратили внимание? Не написано единичное и все. Это вот вначале мы начали разбираться. Все было разделено. Голова, руки, ноги. Это уже о душе пошла речь, правильно? А если о душе, так это все олицетворение этой души. Поэтому как вы можете по-прежнему так же вот высказываться? Мы уже высказываемся по-другому. Всеобщее единично, а единичное после этого уже всеобщее. Не единичное есть всеобщее, а то есть оно, есть, не есть. И все разделено. А единичное всеобщее. Да. Видите, игра слов такая. Не игра слов, а вот именно, так сказать, это точное выражение. Это же мы сейчас говорим о форме. Форма такая, единичная и всеобщая. Потому что когда вы говорите о форме, вы имеете в виду содержание. А когда вы говорите о содержании, вы что имеете в виду? Форму. Поэтому, раз уж мы перешли к содержанию, значит, мы и форму должны по-другому излагать. Она тогда еще вначале имеет вид не формы, а вид чего? Суждение вид вначале какое имеет? Наличного бытия. Вот, светлая голова. Учитесь. Имеет вид наличного бытия. А как он додумался того, что он увидел слово «есть». Увидел слово «есть», говорит, ну, сейчас скажу, что это бытие, пусть поспорит со мной. И все. И он сказал, и никто с ним не поспорил. Вот человек продвинулся в красном растереет. Знает, что бытие связано со словом «есть». А другие не дошли до этого. То есть это верный признак. Если есть, сказали бытие, вы этого не знали? Знал. Вот вы знали, а он первую премию получил. Сказал, потому что, а вы вот, надо схватать. Скорость нужна, быстрота, иначе не успели. Все, весь корм склюют, ничего не достанется. Видели, как птенцы они расклевывают, когда им порк приносят родители? О, я наблюдал, как... Мы как-то пошли, так сказать, с внуками показать там уточек в разливе там. Вот плывет мама утка и 7 утят. Ей кидаем булку, думаю, ну сейчас мама будет их кормить. Мама такой делает мощный рывок, и готово. Эти все за них. Снова кидаем булку. Опять мама такой делает мощный рывок, и все за них. Она оп, съела. Третий раунд. Кидаем булку, какой-то там молодец такой, молоденький. И съел ее. Ну, мамаша приучает бороться за жизнь. А иначе, если она их кормила, скажут они такие, кто это их будет кормить? Кто вас будет кормить? Так мы то медленно идем, то спешим. Кто это вы? Что-то вы нас путаете, вы призываете, то медленно. Не переходить к отрицательному суждению, то вот. Я никогда медленно все. Очень быстро делайте, но ничего не пропускайте. Вы видите разницу, нет? Я все эти пункты обижал, или я плюнул на них, и мне нужно вот так пройти, а я раз и туда прямо пошел в конечный пункт, а путь, а дорога к нему. Вы же результат должны брать вместе с процессом. Ну а процесс можете закрутить быстрее. Это очень просто делать. Вот если мы попросим товарища, они могут крутануть пленку, быстро будет. И я буду быстро говорить. И тут логика не нарушена будет. Вот так что. Хотите, говорит, кружок? Значит, кружок, часовой кружок за 5 минут. Точно, Лилеев, вот, сделайте товарищу подарок. 5 минут готово дело. Так. Вот единичное всеобщее выражает форму, которая самим же им непосредственно указана. В непосредственном положительном суждении. В непосредственном положительном суждении. Видите как? Непосредственное положительное суждение. И в том суждении, где мы уже различили его содержание. Непосредственное. То есть начинать. Мы можем только начинать с непосредственного. Иначе мы не можем. Непосредственно ничем еще не опосредствовано. Мы еще это не обдумывали. В непосредственном положительном суждении крайние термины еще просты. Поэтому форма и содержание еще соединены. Или, иначе говоря, оно не состоит из двух предложений. Получающееся в нем двоякое соотношение образует собой
непосредственно одно положительное суждение. Он рассказывает, что сначала, когда вы берете, в нем заключается, но мы это вот сейчас, может, об этом говорить, когда мы это прошли, нашли. А так это все одно. Ибо его крайний термин «а» выступает как самостоятельное абстрактное определение суждения. Ну, а это действительно абстрактное. Субъект есть предикат. И «б» – каждая из сторон определяется другой через посредство соотносящей их связки. В себе же, как выяснилось, различие между формой и содержанием в нем именно в силу этого имеется. И при том то, что содержится в первом предложении, единичное и всеобщее, принадлежит к форме, так как это предложение выражает собой непосредственную определенность суждения. Вот это вот, единичное и всеобщее, принадлежит к форме. Напротив, смотрите, непосредственную определенность суждения. Слова «непосредственную определенность» выделены курсивом. Говорят, нам непонятно, как у Гегеля. Ну что, говорит, я могу, Гегель сказал, ну что еще могу сделать? Ну курсивом вам выписал. Ну все по порядку рассказал. Ну что еще могу сделать? А вы нам сделаете так, чтобы ничего не надо было думать, и сразу бы я все понял. Ну это вот я не могу говорить. Это вы старика Хоттабыча попросите. Напротив, отношение, выражаемое вторым предложением, всеобщее, единично, или, иначе говоря, утверждение, что субъект определен как всеобщее, а предикат, напротив, как особенное или единичное, касается содержания. Содержание выделено курсивом. Так как его определение возникает лишь через рефлексию в себя. То есть вот когда начали мы это все рассматривать, их соотношение, тогда мы рефлексию в себя и увидели. Вследствие чего непосредственные определенности снимаются, и тем самым форма превращает себя в некоторое ушедшее внутрь себя тождество, устойчиво имеющееся как противостоящее различию формы. То есть форма превращает себя в содержание. Вот это превращение формы в содержание мы сегодня и рассмотрели. Правильно? Если бы оба предложения, форма и содержание, субъект, предикат, единичное есть всеобщее, и всеобщее есть единичное, ввиду того, что они содержатся в одном положительном суждении, были бы соединены так, как, что тем самым оба, и субъект, и предикат, оказались бы определенными как единство единичности и всеобщности, то оба они были бы чем? И вот написано – особенными. А это вы не знаете? А это мы же с вами знаем, что это все такое особенное, особенное. Это если вы всеобщее с отрицанием берете или единичное с отрицанием. Правильно? Угу. Вот, поэтому вот уже они из-за того единства, которое мы уже получили, они уже оба особенные. Ну и может быть формула такая особенная, есть особенная, ну, малая содержательная форма. Тавтологическая. Тавтологическая, но на самом деле не обе-то особенные. Что в себе должно быть признано. Ну, признано это должно. Не обязательно это выражать, но признать-то надо. Что оба они всеобщие. А внутренне признаны их внутренним определением. Внутренним определением. Ну, вот и кушаете первое, второе, третье. А вот то, что у вас в животе, это внутреннее определение того, что вы съели. И оно не похоже на то, что вы вначале вам поставили на стол. Что вас тут удивляет? Но тут написано же внутреннее определение, а не внешнее, не наружное. Однако отчасти это соединение было бы осуществлено лишь через некоторую внешнюю рефлексию. Отчасти же вытекавшее бы отсюда предложение «особенно есть особенное» было бы уже не суждением, а пустым тождественным предложением, подобно тем предложениям, которые уже встретились нам выше. Единичное есть единичное, и всеобщее есть всеобщее. И вот, если, говорит, мы не будем делать различия и придем к этому тождеству, то и не будет никакого смысла уже в этом. И всеобщее есть всеобщее. Единичность и всеобщность не могут еще быть соединены в особенность, так как они в положительном суждении еще положены как непосредственные. Или, иначе говоря, суждение еще должно быть различаемо по своей форме и по своему содержанию, потому что как раз субъект и предикат еще различены как непосредственные и опосредственные. Или опять-таки иначе, потому что суждение по своему соотношению есть и то, и другое, и самостоятельно соотносящееся их взаимное определение или опосредственное. Итак, суждение, рассматриваемое, во-первых, по своей форме, гласит «единичное есть всеобщее». Во-вторых, суждение рассматривается по его содержанию или как предложение «всеобщее единично». В этом случае субъект есть нечто всеобщее с многообразными качествами, некое конкретное, которое бесконечно определено. А так как его определенность и суть пока
пока что лишь качество, свойство или акциденции, то его тотальность есть дурно бесконечное множество их. Из-за чего? Из-за того, что они качество. Поэтому такой субъект, скорее, не есть такого рода единичное свойство, какое высказывается его предикатом. Оба предложения должны поэтому подвергнуться отрицанию. И положительное суждение должно вскоре, скорее быть положено, как отрицательное. Наконец-то. Вы хотели отрицательное? Вы добились отрицательного. И осталось еще 6 минут на отрицание. То есть что мы получили? Не перейдем к отрицательному суждению, а посмотрим, как выводится из положительного суждения отрицательное суждение. Все, что мы брали вначале, все, что было взято вначале, себя в ходе этого суждения отрицало. В ходе этого рассмотрения, правильно? Ну вот если, так сказать, поставить вопрос, а много ли людей в мире задумываются над содержанием суждения, содержанием того, что они высказывают? Подавляющее большинство не различают суждений. Но в связи с интернациональным составом слушателей Красного университета постепенно это, по всему миру это расходится. Наша тоталитарная секта растет. Что когда вы думаете, это у вас тоталитарная секта. Это как вот некоторые нам в «Народную правду» все писали люди. Когда начали обвинять коммунистов в том, что они красно-коричневые, то есть такую грязь на них лили, вот нам стали приходить письма. Я из тех самых красно-коричневых. Ну, если ты из тех самых красно-коричневых, что ты сюда прислал письмо? Чего вы сами на себя напяливаете? Это вы про себя говорите или про меня? Про меня не надо это говорить. Что вы про себя хотите сказать? Что вы входите в какую-то тоталитарную секту? Ну, входите, мы к ней не имеем никакого отношения. Валерий Александрович, вы не входите, надеюсь, в эту секту? Нет, еще есть кто-то? Ну еще. Нет. Ключевое слово. А есть еще кто входит в эту секту? У вас секта из одного человека, что ли? Это да, это не секта. Не, не. Мы глубже, что? Просто глубже взяли и выяснилось, что это не секта, потому что только один человек. Субъект, он же подразумевает всеобщее. Субъект подразумевает всеобщее. Субъект, когда вы берете субъект, он подразумевает единичный. Не бывает единичного без всеобщего. А у вас нет обсуждения. Вы же взяли субъект, оторвали от суждения. Не чтобы сказать, в суждении субъект подразумевает всеобщее. Это да. А просто сказать, как вы сказали, субъект подразумевает всеобщее, нет. Субъект, значит, это субъект мрачный. Полагает всеобщее. Ничего он не полагает. Ничего субъект не полагает. Это суждение людей. Суждение людей, вот в суждениях, субъект есть всеобщее, в суждениях. Смысл суждения не должен выпадать. Суждение и по смыслу, это кто это делает? Это субъективность. Вам что написано сверху? Субъективность. Вы человека выбросили. Нехорошо так с человеком поступать. Может, он буржуй был. Да хоть и буржуй. Важно, что он понимает, что вот это его. Что он буржуй, а вы не понимаете, что вы не буржуй. То есть нельзя, то есть изолированность здесь вот недопустима. То есть вот как раз вот об этой связанности, о тотальности он говорит. Вы не можете говорить субъект, пока вы не взяли суждение. А нет никакого субъекта туда. Это просто объект вашего рассмотрения. Он никаким субъектом не является. Суждение, если есть суждение, субъект есть предикат, тогда там да, вот это субъект, это предикат. Но оно только вот в целом должно взять вот тройка этих слов. Если эту тройку вы не взяли, нет никакого субъекта. Суждение. Вообще нет никакого субъекта. Ну, человек, это субъект, это что-то он сделал. Если вы никакой у вас нет осмысленной фразы, то нет этого. Субъекта нет. То есть просто что? Ну что? Вот. Ну, человек. Что человек? Ничего. Какой он субъект? Бездельник это субъект или нет? Это человек? Человек. Он субъект? Ну, он бездельник, какой он субъект? Ничего не делает. Ну так, он представитель этого... Субъект должен что-то... бездельника. Субъект должен что-то осуществлять, что-то придумывать, что-то на что-то намерять. Он ничего не делает.
Таких нету. Поэтому тоже нету таких бездельников. Они делают не то, что надо. Не беспокойтесь. Бездельники что-то все делают, но все не то, что надо. Это поэтому бездельники – это отрицательные типы. В том числе паразиты бездельники, социальные паразиты. Например, буржуазия – это все бездельники, по смыслу. Мы говорим, я открыл свое дело. Это что значит? Работать не будет. Дело он открыл. А как он открыл дело? Вас нанял, вы будете работать. А он не будет работать. Он открыл свое дело. А вы вот науку логики изучаете, это ваше дело? Мое. Ну так и надо вам для этого открывать дело или книгу надо открывать? И глаза открывать. Глаза и книгу. Две вещи. Ну сначала книгу, потом глаза. А можете сначала и глаза, чтобы видеть, как открывается книга. Ни в чем себе не отказывайте. Вы постоянно форму содержания хотите. А вы не хотите? Не, хочу вот для этого. Ну а что, умище-то куда я могу деть? Какой еще может быть тут ответ? Могу я только умище только передать другим. Чем мы и занимаемся? То есть, ну причем что мы передать? Откуда умище идет? Отсюда. Так, ну вот у нас час прошел. Мы такую задачу решили. Что мы рассмотрели сегодня? Форму и содержание положительного суждения. У нас про положительное суждение уже было занятие, да? А это форма и содержание положительного суждения. И выявили отрицательное суждение. Ничего мы еще не выявили. Ничего мы не выявили. Тут написано. Оба предложения. Конец. Читайте. Читайте. У вас есть. Должны поэтому подвергнуться отрицанию. Это будущее. Это ничего вот, сегодня не... Вы уже его где-то там чуть-чуть нащупали. Ничего мы не нащупали. Мы должны еще подвергнуться отрицанию. И положительное суждение должно скорее быть положено как отрицательное. Должно быть. Вот вы должны давно уже все понять в науке логики. Понятно? Должны. Я понимаю, да. И почему вы до сих пор не поняли? Потому что ответ. Вот меня, если вы скажете, потому что я должен. Потому что если бы познал, я уже не был бы должен. А я сейчас должен понять. Вот именно потому что я должен, потому я и не понял. Слово «долженствование» тоже содержит в себе противоположный смысл. Один смысл в том, что надо сделать что-то. А другой смысл, что... Еще не сделано. Не сделано и делаться не будет. Ну не буду я. Я должен стать марксистом. О чем это говорит? Будет этот человек марксистом или нет? Не будет. Он должен. Вот все, кто сюда пришли, они не должны. А вы кому-то должны? Нет? Или чего пришли? Ну, пришли и просто занимаетесь. Старайтесь, так сказать... освоить марксизм. А есть люди, которые должны стать марксистами. Для этого надо что делать? Кружки делать марксистские. Но главное марксистские делать, не делать ленинских, а то станете ленинцами. Да, это уже противоречие. А Ленин, как раз, вот его недостаток главный был. В чем? В чем его вред? С точки зрения вот нынешней, так сказать, такой идеологической ситуации. В том, что он говорил, что нельзя стать марксистом. Нельзя вполне понять капитала Маркса, не поняв и не проследив всей логики Гегеля. Поэтому, ну, как отбиться от этого Гегеля? Очень просто. Не делать не ленинских кружков. Потому что они начнут, если Ленина изучать, придут, потому что нельзя вполне понять Маркса. И тогда... Оп! И попали. И попали. Поэтому делать надо марксистские кружки, чтобы не было ленинских, и чтобы Гегеля не изучать. У нас сюда вход в кружок свободный, через Красный университет. Правильно? Да. Вот в чем заключается форум. Через Красный университет. Вот. Нас пришли проверить. То вы что, такие вещи говорите? Татьяна говорит, ну проходите. Добрый вечер. Тут мы знаете, чем занимались? Начали с формы и дошли до содержания положительного суждения. Да. И оказалось, что... А начинались все с формы. Но потом форма стала содержанием. Содержание формы. Нет. Вот этого не было. Содержание
Потому что у них строго зафиксировано, что вот форма положительного суждения всеобщая единична. Этого не надо путать. А содержание, то есть содержание положительного суждения всеобщее единично. А форма единичная всеобщая. Ну да, но потом это же разное. Что потом? Ничего. Гегель пишет, то есть форма превращает себя в содержание. Ну, превращается, но не превратила же. В конце этого абзаца. Вот вы превращаете в себя в знатока науки логики. Вы же закончили? Не, еще. Ну, так и превращайте. Это долгий процесс. Превращает. Превращается. Долго будет превращаться. Порадовали. Так, какие у нас есть? Есть вопросы, которые надо рассмотреть? 23 числа. 19.00, да? 23 числа, во вторник. 23-го? 23-го, да. 23 апреля. Но это не заключительное в этом году. Почему это? Нет. А так, кого вы хотите заключить и где? Почему это заключительное? Как оно может быть заключительное? Пугающе так заключительное. У нас Красный университет до какого времени работает? До июня. Ну. А у вас как-то вы месяц так, учебный месяц хотите выбросить? Всеобщее не может быть заключительным. Видимо, Борис Николаевич имеет в виду, что изучение Гегеля портит цвет лица. Ну, чем еще это объяснить, такое предложение или предположение? Так, понятно, да, задание? Значит, вот задание следующее какое. Вы читаете теперь этот текст про положительное суждение с удовольствием, поскольку мы его разобрали. Правильно? С удовольствием читайте, потому что вы не вообще его не понимаете, а кое-что понимаете. И это хорошо. И готовитесь к тому, чтобы начать понимать. Получать удовольствие от отрицательного суждения. Отрицательное. Получать удовольствие от понимания отрицательного суждения. Вот. Отрицательное проще. А почему проще? Ну, что отрицание содержит в себе положительное. То есть оно сложнее, но нам привычнее. А положительное брать без отрицания – это непривычно. Поэтому и получилось, что все равно мы начали мы с положительного, а в нем нашли отрицание. Нашли содержание положительного суждения. Это оказалось отрицанием его формы. По форме положительное суждение как звучит? Субъект есть предикат. По форме. Единичное есть всеобщее. Вот, единичное есть всеобщее. А вы это тоже еще форма. Ну да, еще. Да. Вот формы. Единичное есть всеобщее. А содержание? Всеобщее есть единичное. Нету там никакого есть. Вы хотите как? Еще про форму есть, можно сказать, есть. А про содержание, я уже об этом говорю, нельзя сказать про содержание есть, потому что оно никак не может находиться, содержание, в наличном бытии. А вы просто его бытием убиваете. Напишите всеобщее единично. Единично. Обратите внимание. Ну и теперь понятно, что люди, которые изучают науку логики, они, конечно, становятся очень придирчивы к тексту, к любому. Они смотрят, а что человек хочет сказать вот эти. И что он говорит вообще? Или, и они очень прочно держатся за определение, как некоторых очень раздражают. Почему? Уже можно было бы отказаться от этих определений, они все держатся и держатся. Уже стул можно бы называть столом. И тогда есть можно было на стульях, но все держатся и держатся за то, что стул – это то, на чем сидят. Это ограничивает, это ограничение. Догматизм страшный. Ортодоксальное учение о стуле. Ну вот, значит, я хочу сказать, что мы среди тех, кто вообще изучает науку логики, наш кружок находится на передовых позициях. И замечайте, что мы очень медленно двигаемся. Почему? Потому что очень сложный это материал для понимания. Потому что это обращение внимания на саму мысль. Мысль должна понять самое себя. Вот что мы сейчас изучаем субъективное. Мысль, мы должны осознать,
обратить на мысль. Но если мысль является отражением действительности, то вот обращая внимание на самое себя, на мысль, мысль на самом деле познает и действительность, и объективность. Да. Поэтому здесь вот, вроде субъективность, раз и объективность опять. Ну, то есть правильно, если вот вы будете правильно все это употреблять, вот все вот эти категории какие-то, а как вы потом будете излагать свое понимание мира? С помощью суждений и умозаключений. Если А это есть Б, а Б это есть С, то А есть С. Так? И так вы будете все, форма. И тогда вы сможете объективно давать правильное изображение мира. А если вы здесь запутаетесь и неправильно сделаете суждение и умозаключение, будет неправильное изложение мира. Или у вас будет одностороннее умозаключение, или одностороннее суждение. Вы возьмете одну сторону, а вторую забудете. И так далее. То есть, если вы вот в плане чисто субъективном, потому что вам все равно познавать придется через чем? Головой, мозгом. А раз головой и мозгом, а если вы не можете тут правильно применять эти самые суждения и заключения, или берете односторонние все время оценки, как в формальной логике. Формальная логика не требует же вас брать противоположность. Мы сегодня рассмотрели противоположность суждения в самом суждении. Угу. Рассмотрели. То есть не останавливается Гегель до тех пор, пока не рассмотрит противоположное. Вот рассмотрел, ну, говорит, ну все, тебе хорошо. А обычно люди, вот они услышали, что субъект есть предикат. Ну, все. Все понятно. А то, что единичное есть всеобщее, хорошо. А то, что всеобщее единичное, это уже недосягаемо. Так, ну на этом мы закончим сегодня. Спасибо за внимание.